Мы приехали в Харьков, заказали для себе двухместный номер в хостеле революционный, но нам предложили условия лучше, прямо уже на месте. Вот сейчас мы в квартире на улице Петровского, пересечение с улицей Пушкинской. Здесь рядом студенческая движуха внизу, здесь рядом станция метро. Вот. Ну и сама квартира очень чудесная. Дизайнерский ремонт, очень красиво. Вот. Просторная большая ванна. Прекрасное место, где просто хочется провалиться в сон и наслаждаться, скажем так. Вот, в принципе, все. Очень, очень понравилось.